Всем привет! Видите, что у меня? Да, это посылка с новыми орхидеями. Давайте сразу скажу, где заказала, потому что комментарии один через один у меня с вопросом. Ирина, скажите, где заказали. Ребят, девчат, ну никакой тайны абсолютно нет. Заказываем, где только нам нравится, где нам только придумается. Вот, поэтому я... вот эта посылка пришла от Натальи Королевой из Москвы. У меня свой канал, кто хотите, зайдите, посмотрите. Поступления часто бывают. Вообще ни реклама, никак не оговаривалась со мной. Именно то, что я как бы назову, где покупала. Вот даже не скрывала еще. Вы у меня, кстати, спрашивали, Ирин, вы получаете посылки, вы их обрабатываете. Ребят, девчат, вот здесь у меня в распылитель налит асептолин. Вот, это такой препарат, 95% спирта, там еще что-то добавлено. Все посылки, которые ко мне приходят, я обязательно проливаю вот этим вот мелким распылителем. Сейчас я вскрою посылку, тоже могу прям при вас обработать, чтобы, ну знаете, уже без всяких яких, вот, без всяких вопросов. Я вскрываю посылочку, при вас все делаю, вот, качество растений мы сейчас с вами увидим. Вот. В какой я раз уже? Получается, первый раз я заказала на этом сайте орхидейки. Мне пришли неукомплектованная посылка. И орхидеи из точки роста. Кстати, вот она стоит там наверху. Ребят, девчат, как же пахнет эта парфюмерная фабрика. Это что-то невероятное. У меня заливается ароматом все, что можно и не можно. Вот такой маленький цветочек, там два цветоносика, мультифлорочка. И все-все-все покрыто просто этим ароматом, как-то невероятно. Я сейчас вот так привстану немножко, я сделаю обработку, а потом присяду, вы будете меня видеть. Вот, у меня сегодня оператор занят, поэтому я буду работать сама. Ой, мама дорогая, смотрите, вот упаковано все так, чтобы растения не гуляли по посылке. Я сейчас... Ну вот буквально по поверхности, конечно, обработаю. Вот. Вот этого вот, вот этой обработки достаточно. Это очень мощный антисептик. И могу сказать, что коробка, конечно, очень огромная. Здесь газетки, газетки, газетки. Если честно, я даже удивилась. Я заказала 5 растений. 5 растений. И почему-то вот такая большущая коробка мне пришла. Вот. Сейчас посмотрим на качество. Это все пустые газетки. Вот так они уплотняют, чтобы растения не гуляли по посылке. О, как раз упаковочный материал для моих деток, малышей орхидейных, которых я буду, не загадывая, скоро отсылать желающим. Вот, смотрите. Ой, упал антисептик. Ладно, потом мы все это... Вот, видите, 5 поштучно в заказе, 5 штук. Сегодня пришло, ну вот, укомплектованное. Сейчас вместе с вами мы посмотрим, я их достану. Знаете, давайте-ка я еще разочек пропрыскаю их прям по бумаге, по поверхности. Все-таки такое дело. Вот так. Посылка шла... Мне ее отправили в районе обеда воскресенья. Сегодня у нас среда. Видео выйдет, конечно же, попозже. Вы знаете, что я выкладываю видео именно с той периодичностью, с которой снимаю, стараюсь. Поэтому вот сегодня мокрое растение, тяжелое, сразу говорю. Я прям чувствую сразу, где мокрое растение. Здесь тоже мокрое. Мокрое, мокрое. Они все мокрые. По весу чувствуется, что мокрое. Сейчас будем дальше смотреть. Будем надеяться на то, что все обойдется, все будет хорошо. Почему? Потому что недолго они находились в таком замкнутом пространстве, без такой активной циркуляции воздуха вокруг, в мокром состоянии. Поэтому, ну, наверное, полили. Наверное, я так думаю, что, вероятно, они пришли пересушенные. Этот заказ совершенно новый. Он вот только-только пришел, вот эта поставка пришла, и я сразу в этот же день сделала заказ. Ответили мне, сейчас я вам скажу, когда мне ответили, чуть больше, чем через сутки, вот, и я тут же сделала оплату.
Ну, замечательно. Они мокренькие, но так вот, знаете, относительно мокренькие. Давайте посмотрим внешний вид орхидеи. Конечно, я повставляю фотографии вот этих орхидеюшек обязательно в видео. Вы посмотрите, что я заказала. Но, ребят, я заказала, конечно, свою мечту, которую я часто хотела купить, но как-то все не складывалось. Ну, вы знаете, как говорят, всему свое время. Вот получилось, заказала. Я заказала два сога юкидан белых, огромных вот этих вот цветуна, которые цветут крупнейшими цветами, делая длинные-длинные каскады. Я их заказала для групповой посадки. Два растения. То есть из этих пяти у меня два растения. Это сога юкидан. Не буду давать характеристик, потому что я потом обязательно после видео, того как я сниму вам, презентую эти растения, я по номерам посмотрю и обязательно подставлю фотографии каждому горшочку, каждой орхидеюшке. Вы увидите, что я заказала. Сога юкидан целенаправленно в групповую посадку. Вы знаете, что я вот эти вот крупнейшие цветы, вот, люблю очень заказывать. Моя групповая посадка, вот она отцвела, кстати, стоит. Надо вам ее показать. И вы знаете, только отцвела, там тоже крупнейшие цветы. Я покупала их в варианте классификации сингла с одним крупным цветком. Но и в моих условиях он цвел 13 сантиметров. Все цветы были 13 сантиметров. Вот, поэтому с удовольствием заказала юкиданчика себе белого. Вот, думаю, что все сложится, ему у меня понравится, и мой уход понравится. Так, я не буду торопиться, торопышкой не буду, буду аккуратничать, буду все потихонечку делать. Корневую, видимо, вот пролили при поступлении, и видите, корешочки расправились, очень хорошенькие. Сейчас я по номерам определю, где у меня сога юкидан, потому что их два. Так, это B45, это у нас B29, очень, смотрите, какое хорошее растение с раскукленными корешочками. Вот, заявленные размеры, размера 2,5, они вот просто по максимуму, орхидеи выросли по максимуму в заявленном размере, это хорошо. Вот, и раскукленные корешочки, корни хорошие, листики хорошие. На шейке пока я особо пристально рассматривать ее, естественно, не буду. Вот. Потом буду делать разбор полетов, протирание листочков. И уже непосредственно буду рассматривать растение в паутинке. Причину появления паутинки. Вот видите, там такое бултыхляется что-то на них. Я буду, сейчас возьму микроскоп, просмотрю все аккуратненько, все свои орхидеи. Но вы знаете, паутина очень-очень похожа на моего паука Федора. Помните, да, в Блэкфейсе? Очень похоже. Поэтому вот так. Так, сейчас тут корни вылезли. Видите, я уже... Давайте я их буду вот так класть. Вот так пусть они лежат. Так, я тут сижу на стуле, он у меня поскрипывает. Предательски поскрипывает. Так, дальше. Мне даже интересно тоже. Все орхидеи были куплены в размере 2,5. Цена, ну, в принципе, такая, знаете, она не дешевая, но и я не могу сказать, что как-то цены завышены. По редким орхидеям, которые нельзя купить где-то в сетях, ну, конечно, и цены соответствующие. Так, вот это уже поменьше орхидейка. А, так, будем смотреть. B45, B45. Вот они, два юкидана. Один побольше. Да, вот она, видите, маркировка. Вот они, два одинаковых. Это оба сога юкидан. Здесь листочек, видимо, был отодран. Я смотрю, я буду... Да, листик оторван. Вот, кто его оторвал, непонятно. Я потом посмотрю состояние шеи. А корневая система, здесь вот получше, растение покрупнее, здесь растение помелче, ну, корневая, да, отрастет, куда она у меня денется, отрастет, раскукленный корешочек, вот он, раскукленный корешочек, в принципе, все норм, все хорошо, мне самое главное, чтобы оно не было сильно перелито,
после посылки. Поливать сейчас не буду. Я вам сказала, что мох влажноват. Единственное, что я сделаю, это я сделаю обработку. Вероятно, салицилкой или сейчас спирт разведу, просто протру. Обычный 95%. Так. Это у нас три растения открыты. Так, дальше. Как же орхидея? Сижу вот и вспоминаю, как она называется. Красивая очень орхидейка, которую я заказала. Одна из них точно какая, не знаю. Это орхидея Hot Kiss, которую я хотела купить у нас в группе в моем городе у девчонки. Но я не успела. Эти вот Hot Kiss просто разобрали в течение вечера. Я на утро хотела сделать заказ, но все. Мне уже потом сообщили, что... А вот поздно, я думаю, долго. Поэтому купила Hot Kiss. Это орхидея горячий поцелуй в размере 2,5. Вот, поэтому и у меня зацветет, будет расти. Я ему сама его выращу. Ух ты, какой здоровый, такие листья-то длиннючие, ё-моё, это что? А вот, вероятно, он и есть, это Hot Kiss. А почему я так говорю? Потому что у него вот характерный окрас листиков, видите? Характерная пигментация, он Hot Kiss, тёмно-тёмно такой, фиолетовый, чуть-чуть с бордовым оттенком, отливом. Вот, вероятно, это он. Давайте корневую глянем. Вот, корневая как бы в основном сосредоточена наверху, но внизу тоже что-то есть. А поливаться тоже не будет, потому что мох, знаете, он вот чуть-чуть угадывается, как будто он влажноват, но пока поливать не буду. Пройдут они у меня обработочку только промыванием листиков определенным составом. В принципе, пока вопросов нет, будем рассматривать чуть позже. Так, ну и вот это вообще какой-то слоник. Это тоже размер заказан был мной. 2,5. Вообще, видите, какой здоровый. Не знаю, что там. Сейчас посмотрим. Вот, и как-то вы знаете, Сога Йокиданы тоже. Я вот успела, что называется, заказать, потому что я заказ сделала через 19 минут после размещения этого заказа. Вот, на обозрение. Для знакомства. И я сразу сделала заказ Сога Йокидан. Буквально через несколько часов зашла в эту группу, смотрю, все, Сога Йокиданов нет. Так, а что у нас тут? О, все, я вспомнила, это орхидейка. Ой, с цветоносом, уя. А может, этот Hot Kiss? Ребят, девчат, вот тубей, не знаю, не помню, я уже буду снимать видео конкретно. И скажу вам, что это за орхидейка. Точно сейчас я вам не скажу. B9. Так, сейчас я, наверное, знаете, что приостановлю видеосъемку и пойду все-таки я посмотрю, что это за орхидея конкретно, чтобы мне вам сказать. А вы уже будете иметь представление. Хотя, конечно же, фотографии вставлю. Это размер 3, троечка, не 2,5. И смотрите, какой слон еще и с цветоносом. Цветоносики, конечно, они вот, находясь в таком замкнутом пространстве и без нужного количества света, вот, они пока имеют вот такой желтоватый оттенок. Как правило, у меня многие орхидеи, когда я покупаю, и они приходят мне с цветоносиками, они все набирают зеленую вот это вот свое наполнение, основу. И идут дальше в рост. Я надеюсь, что мы сейчас их все-таки обработаю. Я вместе с вами обработаю их так, чтобы все-таки они у меня не стрессанули. Ну, слоник, отлично. На первый взгляд я могу сказать, что я очень рада и очень довольна тем качеством, которое я вижу. Тоже есть паутинка. Я сейчас определю характер этой паутинки с помощью микроскопа. Вот, может быть, какие-то кадры видео я вам ставлю в следующем видео, когда будем мы вместе с вами делать обработку этих растений. И обязательно мы, наверное, все-таки чуть-чуть где-то по стеночкам сдобрим антистрессом эту корневую систему. Это будет называться не полив,
а вот такое, знаете, незначительное воздействие препаратом антистресс. Сейчас посмотрю, какой буду использовать. Но вот такие у меня сегодня малышуфочки маленькие, красоточки пришли. Стоять они, наверное, не будут. Вот, ну, сейчас я пойду посмотрю по названиям и конкретно вас сориентирую, что это за орхидеюшки. Ну, вот так. Взяла я подсказку. Смотрите, вот это у нас получается Chasing Hot Kiss, третий размер. Я, значит, ошиблась. Вот это не Hot Kiss, вот Hot Kiss в тройке. Третий размер, качество просто великолепное, с огромным-огромным цветоносом. За это, конечно, респект. Вот, тут есть, знаете, вот смотрите на листики, да? Я когда раньше получала растение, я думала, что это какая-то грибковость, что это какое-то поражение. Ребята, девчата, это вообще никакое не поражение. Оно отмывается великолепно, даже водой. Поэтому вот эти пятнышки, то ли это какое-то удобрение, когда их опрыскивают. Я вам потом покажу, как они стираются, эти вот пятна, и никаких проблем. Поэтому, когда получаете, рассматриваете и думаете, наверное, да, о, это будет грибковость какая-то. Нет, они все смоются. Уже проверено на много раз мной. Hot Kiss, окей, я согласна. Дальше у нас вот эта орхидея. О, вот это Mickey Black Witch орхидейка. Фотографию я обязательно вставлю вот этой орхидейки. Вот эти вот два Soba Yukidana, я вам правильно сказала, V9. И вот эта орхидейка, знаете какая? Ой, как я хотела давно ее заказать, но как-то, вы знаете, он постоянно мне попадался в группах в размере 1,7. Я не очень люблю этот размер. Ну, я, да, вот я не очень люблю. Кто-то говорит, ну, в принципе, ничего страшного, легко они растут. Вот, конечно, легко растут, но покупая растения, я лучше где-то переплачу пару сотен сверху и прикуплю действительно уже растение, которое, ну, скоро у меня зацветет. Коллекция огромная, вот, и хочется, хочется получить, ну, вы меня понимаете прекрасно, хочется получить быстрое цветение от растения, поэтому заказала его. Это Mickey Crown. Вот, орхидейка обалденная, она желтая, с такими активными бордово-фиолетовыми рисками. Наверное, знаете, это растение желтый-желтый такой желток, и на нем такие риски шикарные по контуру лепестков. Обалденный, вкуснючий, красивучий орхидей такой вот. Ну, вот такая мне сегодня характеристика растений новых, заказанных недавно. В принципе, по доставке могу сказать, что очень все быстро было сработано. Вот, недолго я ждала. Ну и качество растений по первым моим каким-то осмотрам, по первому восприятию, ну, достаточно хорошее. Вопросов пока нет. Буду дальше смотреть и уже искать, может быть, какие-то неприятности, а может быть, наоборот, ничего не найду, слава богу, если это будет так. Ну все, вот такие у меня новиночки. Я тут сижу, балдею. И знаете что, я вам хочу сказать, я сделаю небольшой анонс видео, который скоро выйдет на канале. Вы знаете, я сегодня вот буквально поехать на почту, да, нужно было заехать в магазин. Мы заехали в Ленту, и я там привезли небольшое количество орхидей. Они всегда привозят почему-то вот в наш город однотипные всегда орхидеи, какие-то розово-белые, всегда одинаковые. А тут сегодня увидела, мне как показалось, что это орхидея Anastasian, Анастасия. Вот, но вы знаете, качество растений, ой, мама дорогая, там ни корней, там такая проблема с шеей. Я, вы знаете, я так хотела ее прикупить, а потом думаю, это же опять Марокко, это опять реанимация, это опять вот это вот моя маята, вот это вот нервотрепка, вот это вот получится, не получится спасти. Вы знаете, я, на меня это не похоже было. Я поставила орхидеи на место и уехала. Я ездила, наверное, где-то часа полтора по городу. Но разные дела нужно было порешать. И я понимаю, что я просто неправильно сделала, что в условиях магазина эта орхидея, но она дня через три, она просто прогниет.
Я поехала, орхидея стоит по карте Лента 399 рублей. Я обязательно буду вам показывать на канале обработку и работу с этим растением. У нее две проблемы в одной. Отсутствие корневой системы и чернота на шее. Сама еще не знаю, вот только привезла, поставила, стала вскрывать посылку, потому что все-таки мне нужно было орхидеюшки эти освободить и дать им возможность находиться в воздухе. Вот. Я когда привожу орхидейки в Карабах, я сразу ставлю видеокамеру и снимаю, показываю вам. У меня долгий ящик посылки с орхидеюшками не кладутся. Вот быстрее вскрываю, все показываю. Потому что, знаете как, каждую секунду, каждую минуту я контролирую движение посылки. Вот. И сегодня я увидела, что она покинула сортировочный центр города Орла. Думаю, все, бегом. Даже еще не увидела, что привезли почтовое отделение мою посылку. Но, слава богу, по приезду посылку отыскали. Сказали, да, есть такая, забирайте. Я говорю, девчули на почте, спасибо вам огромное. Мой вам респект. Ну вот такое у меня сегодня видео о новиночках. Следующее видео будет об обработке этих орхидей и какой обработки? И поливу, минимальному поливу, потому что они макроватенькие, с антистрессом, чтобы снизить стресс орхидей, ну и после пересылки в том числе. И смена, естественно, окружающей среды для орхидей, она тоже очень большой стресс несет на себе. Надеюсь, мои красотулечки сегодня вам понравились. И мы вместе с вами отправляемся дальше в следующее видео по обработке этих растений. А на сегодня будем заканчивать. Всего доброго, здоровья, благополучия. Увидимся с вами вновь на моем канале. Всем пока-пока.